книги редакции Елены Шубиной. Это «Авиатор» Водолазкина, это «Лестница Якова» Людмилы Улицкой и «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича стали самыми популярными книгами в январе 2017 года в столичных библиотеках. То есть здесь потрясающе, вот как раз к разговору о читателе. Мы, может быть, недооцениваем читателя, ведь это же действительно сложные и глубокие книги. И здесь, на мой взгляд, вам удается порой невозможное, но очень важное найти вот это соединение сложной качественной литературы и коммерческого читательского успеха, потому что, насколько я знаю, все эти книги, вот в частности книга Людмилы Улицкой «Лестница Якова», это еще и большие тиражи, это признание читателей. Ну, безусловно. Самый большой тираж у Улицкой, кстати, был Даниэль Штайн, переводчик, до миллиона. Потрясающе. Ну, и со всеми, за несколько лет, естественно. Это для высокой прозы. И это как раз вот ответ на ваш вопрос о читателе. Читатели. Да. Эти книги тоже имеют неплохие тиражи. И, ну, конечно, в этом смысле пример самый яркий – это тоже с Водолазкина, потому что его «Лавр», который, казалось бы, средневековый целитель какой-то, какой-то странный язык, что-то такое, смесь древнерусского с пацанским, я бы так это назвала, да. И я, когда готовилась, то есть я приняла решение издавать, готовили мы ее, то я, ну, думала, что это будет такой, ну, узкий круг. У меня есть, вот, допустим, книжки для себя, но пусть хорошо, пусть будет небольшой, но это нужно, это необходимо, это интересная книга и прочее. Но, конечно, очень все так радужно, я бы сказала. Это говорит о том, что мы, читатели, действительно, как вы сказали, недооцениваем. Значит, недооцениваем? Как вот вы считаете? Ну, есть действительно прекрасная история, когда книга, от которой не ждали большого успеха, большого тиража, побеждает. Но есть, на мой взгляд, и обратные примеры. Просто их не хочется озвучивать, потому что ты невольно сделаешь автору антирекламу. Ну, конечно. Я могу назвать довольно много книг и авторов, назвать, которые я просто не понимаю, почему их не читают, почему они не идут, почему их забывают. Какие-то книги, которые, на мой взгляд, ну, просто очень и событийные, и яркие, и нужные. То есть, мне кажется, сегодняшний читательский рынок, конечно, это, мой взгляд, со стороны. Я думаю, это должны эксперты, профессионалы лучше понимают, как это делается, но мне кажется, этот рынок не то чтобы несправедлив, рынок, наверное, не может быть несправедливым, да, но он как-то вот не очень зрячий, он что-то видит, чего-то не видит. И как вот заставить людей обращать внимание на хорошие книги, я лично просто, у меня нет рецепта. Ну, я еще могу сказать, что иногда тут срабатывает такой очень простой какой-то путь. Вот как-то часто спрашивают в книжных магазинах, когда я прихожу рассказывать про новые книги. Вот на каком-то уровне, скажем, книжных продавцов, они всегда могут спросить, а на что это похоже? То есть вообще на самом деле интерес к книгам разного рода достаточно консервативен, я имею в виду интерес к определенной тематике. Вот, например, вот вы говорите, что специалисты должны провести какой-то там, так сказать, анализ, да? Ну, немножко какой-то вот анализ, вот я знаю, скажем, у книг такого высокого качества фэнтези, ну, скажем, Дмитрия Глуховского, из года в год абсолютно стабильный тираж. Достаточно высокий, да, и абсолютно стабильный тираж. То есть это говорит о том, что эти читатели не изменяют своему вкусу, своему интересу, вот скажем, к этому, к фэнтези, да. Можно сказать, что какие-то книги, скажем, там, Марина Степнова, та же там Анна Матвеева, но это так немножко, чуть-чуть, как бы в сторону Улицкой тоже. Можно их так позиционировать. То есть это такой вот семейный роман, роман, такой подробный, расписанный, с чувствами, с историей там и так далее. На самом деле у меня довольно-таки все-таки такое оптимистическое все-таки, Алексей, к этому отношение, потому что вот сказать, допустим, то, чем занимаюсь я, это, ну, в общем, во всяком случае, наш большой холдинг вполне этим доволен, потому что таких книг, которые бы совсем застряли на складе, непродаваемые, их все-таки немного. Тут вопрос стратегии, правильно определить тираж и работать на то, чтобы дальше был еще тираж. Скажем, вот «Мысленный волк» был допечатан, даже в другом оформлении, я очень рада. Я считаю, что это должен быть выше был тираж этого романа. Но все-таки согласитесь, что он такой требующий
ну, не Улисс Джойсон, но, тем не менее, требующий большой такой сосредоточенности, такой работы головы, работы ума. И, в общем-то, он интересен. Почему я еще вспомнила Улисса? Он еще интересен тем, что там, когда ты вычитываешь какие-то цитаты уже существующие, когда ты вычитываешь, кто прообраз этих героев, прообраз, ну, не прототип, ну, так, условно, то роман читать интереснее, а задать вопрос хочется, много ли все-таки сейчас таких читателей, особенно среди там молодых? Не так уж. Учите лучше, короче говоря, своих студентов. И еще я бы хотела добавить, что здесь действительно мастерство редактора, потому что нынешний редактор – это не просто работа с рукописью, а это работа с книгой вот от начала и до читателя. И здесь вот то, что происходит в редакции Елены Шубиной, это действительно потрясающая работа и с точки зрения маркетинга, продвижения. Сколько потрясающих акций происходит. Это и 17-я страница, чтение в библиотеках, это и поездки по России, и выставки, литературные премии. То есть, действительно, это очень большая командная работа всей редакции. Вот это все работает на успех книги. Ну, это правда, потому что, ну, в общем, какая-то для меня задача, хотя действительно у меня за спиной целый прекрасный коллектив, особенно такой человек, который называется бренд-менеджер, у нас совершенно уникальный абсолютно. Но вот моя вот личная, что ли, какая-то задача, потому что я очень люблю эту профессию, чтобы книга не была невидимкой, вот и так для себя называю. Ну вот новинка, да, вышла, там куда-то поставили, там на полку, не дай бог, еще там, допустим, как моя фамилия Шубина, а там кто-нибудь, там Юзефович хотя бы, да, и вот он будет стоять там где-то вообще внизу. Поэтому сейчас действительно это принципиально иная профессия, чем было раньше, когда все было как-то разделено. Я не имею в виду даже советское время, но мы тоже постепенно только к этому пришли, что... Ну, редактор-издатель должен быть, конечно, менеджером и, конечно, должен книгу опекать и продвигать ее, то, что называется. Без этого сейчас невозможно, тем более при таком огромном книжном рынке, очень большом. Хоть и там мы говорим, то, что... как все это там падает, все, но книг очень много. И радует то, что книжные магазины совершенно правильно стали делать выкладки по литературным премиям. Выкладка есть специальная редакция Елены Шубиной. Это действительно целый ориентир в книжном магазине, когда ты приходишь, ты ориентируешься. Очень верные, правильные такие рекомендательные сервисы и навигаторы в книжном магазине. Но что, мне кажется, сегодня не хватает с точки зрения продвижения, особенно современных новых авторов, это действительно рекомендательных сервисов и литературных навигаторов. Вот как вам кажется здесь, что бы могло сдвинуть всю же ситуацию, Алексей? Во-первых, у нас мало книжных магазинов, ну, по крайней мере, вот в Москве. Сейчас из Питера приехал, в Питере едешь, там буквоед, тут буквоед, здесь буквоед. Я вот сейчас был в Чите осенью. Ну, в Чите есть, может быть, два книжных магазина. Вот зайдешь посмотреть, что там из современной литературы. Там, правда, был Водолазкин, что меня просто поразило. Там стоял роман «Авиатор», так вот хорошо, солидно стоял. Но кроме Водолазкина, в Чите стоял. Ну, это значит, большая книга работает все же? Ну, я не знаю, кто работает. Кто? Это было до большой книги. А, большую книгу он получил же в ноябре, а это было в декабре. Я был в сентябре. Вот. Но, в принципе, там очень мало современной литературы. И я думаю, что это вообще, если по России проехать, то, к сожалению... Самая главная беда – это инфраструктура, отсутствие книжных магазинов. Одна из главных бед – это отсутствие книжных магазинов. На мой взгляд, это безусловно. И здесь, наверное, должны быть какие-то там налоговые льготы, какие-то преференции. То, о чем мы говорили, кстати, на встрече с людьми. Чиновников, я еще тоже стал чиновником. Я понимаю, что чиновник надо галку ставить. Значит, надо, чтобы у чиновника была какая-то галка. У какого-то там в местном департаменте культуры. Губернатор должен быть. Да, и все должно быть на контроле у губернатора и в его показателях. Да, вот это вот, как бы, присутствие художественной литературы, в том числе современной литературы в регионе. Плюс, конечно, я понимаю, что сейчас люди меньше смотрят телевизор, чем раньше, но, тем не менее, такое вопиющее отсутствие каких-то литературных программ на телевидении, за исключением канала. Четвертый канал был раньше, образовательный канал. Так я помню, раньше там премия «Букер», допустим, вручалась. Да? Первый канал показывал прямое включение. Было, да? Это же серьезно было просто. Да? И были литературные передачи на Первом канале. И Александра, и Шаталова были. Да. И на культуре тоже сейчас их стало меньше, чем было. То есть, мне кажется, здесь тоже должна быть какая-то такое волевое решение, чтобы телевидение больше пропитать вот этим вот литературным каким-то наполнением. То есть здесь все же должна быть система. С одной стороны, инфраструктура, книжные магазины. С другой стороны, вот эти литературные премии дальнейшие, да, все же их поддержка. Премии-то есть. Премии есть, нормально. Но их надо как бы... Больше двигать. Двигать. Причем большая книга это делает. Вот я участвую периодически с Леной вместе, да, в этом проекте «Большая книга в русской провинции». А благодаря этому там пол России объездил. Прекрасно. Люди
с какими-то мы встречались, да, это очень здорово, да. Но этого тоже должно быть больше, больше и больше, мне кажется. Вот все время был поезд, помните, мы ездили из Москвы, значит, во Владивосток. Хорошая какая была идея, проехал литературный экспресс. Ведь его же можно было бы с какой-то периодичностью повторять, или такой пароход литературный. То есть таким образом привлекать внимание к литературе. Сам по себе поезд, он как бы ничего, извините меня, не даст. Мы хорошо время провели, опять же, страну посмотрели. Но люди-то приходили, ведь действительно, когда ты приезжаешь в какой-нибудь город, люди приходят. Конечно. Им интересно, они хотят увидеть писателя. Знаете, вы не поверите мне, мы прошлый год, полгода назад, в июне были в Иркутске, Водолазкин, Гюзель Яхина. Отличная история. Это называлось... Этим летом в Иркутске. Этим летом в Иркутске. И вот мы встречались, мы там вот говорили, общались, так сказать, с читателями-зрителями в театре Иркутска. А театр Иркутска, это еще имени Охлопкова, это он с середины 19 века. Это театр, который можно сравнить только с Одесским, с Венским, с большим там театром и так далее. И когда вот нам показали этот зал, то мы совершенно были уверены, мы просто впали в какой-то ступор, что никто не придет. Говорю, ну что, чего, почему? Был полный зал, было столько вопросов интересных, это было что-то необыкновенное совершенно. И вот действительно, Алексей правильно говорит, мы ездим и иногда и совпадаем вместе, это всегда просто совершенно адский интерес. Но я хочу сказать, что кроме магазинов тут еще нет площадок. Пример, который напрашивается сразу, Алексей, да, это «Нью-Йоркер», который просто субботний номер, там половина этой газеты посвящена вообще культуре, искусству и книгам. И если там опубликована рецензия положительная или даже не очень, но такая яркая, мол, обратите внимание, да, на такую-то книгу, ну не то, чтобы она в следующий день будет бестселлером, но и на нее обратят внимание сразу. У нас нет просто такого издание. «Горький портал» — это замечательно, но там немножко тоже аудитория. Сюжет. Нет, да, дело даже не в аудитории. Они не ставят такую задачу отслеживать новинки. То есть они там могут быть, но там такой, скорее, такой больше культуртрегерский, отчасти даже филологический такой подход к этому. Поэтому, конечно, это очень грустно. Очень мало критиков, которые пишут. Критика вообще очень как профессия исчезает. Очень мало. Вот мы когда рассылаем книги, чтобы читать, ну кто? Ну Галина Юзефович, там, ну Анна Наринская, там, Наташа Ломыкина, да? Представьте себе мотивацию человека, который станет критиком. Вот ему, собственно, зачем быть критиком, да? Раньше критик был властитель дум. Плюс все-таки это была профессия, которая тебя как-то обеспечивала. Сегодня критик вряд ли является властителем дум, но просто изменились. То есть до «Нью-Йоркера» мы не дошли, да, когда вот есть какой-то такой влиятельный человек, который будет чувствовать, что он такой вот король, хочет помилует, хочет, значит, казнит, ну и пусть это там основывается в каких-то объективных вещах, но тем не менее он вот так вот чувствует, что он управляет этим литературным процессом. Мне кажется, вот этого у нас уже нет или еще нет, или, в общем, этого у нас как-то нету, да. А просто писать вот статьи, как это раньше было, там были замечательные критики. Вот смотрите, наши ведущие критики, которые были там лет 10-15 назад, они все куда-то из этой профессии ушли. Павел Басинский ушел, Немзер ушел, Архангельский ушел. Нет, они ушли в другую смежную область. Им стало интереснее писать самим книги, заниматься телевизионными проектами, заниматься филологией. Конечно, на их место кто-то приходит, но вот сказать, что у нас есть какая-то такая полноценная, серьезная критика, и есть ли потребность в этой критике. Mm-hmm. Потому что, опять же, критика раньше, как мне представляется, шла либо через толстые литературные журналы, которые сейчас есть, но они явно выполняют какую-то другую функцию. Они, к сожалению, перестали быть таким вот центром литературной жизни. Ведь посмотрите, романы, о которых мы говорим, да, они же не обязательно идут сейчас через толстый литературный журнал. Гузель Яхина не пошла, я не знаю, она ходила в «Новый мир», условно говоря, или в там, «Знамя», или не ходила. Нет, но так или иначе, она сразу пошла в книгу. Да? Mm-hmm. Там Водолазкин сразу пошел в книгу, он почему-то не пошел в толстый литературный журнал. Я могу объяснить, почему, но это может быть не так интересно в нашей беседе. Понимаете, как? У меня нет никаких возражений против того, чтобы, скажем, данный роман, любой, публиковался еще и в журнале. Но я тут не могу не сказать, что журналы достаточно инертны. И, допустим, тот же Водолазкин, вот он уже сдал мне, я вижу, что это классный текст, и нечего его держать. И я его готовлю быстро. И когда, допустим, переговоры там со «Знаменем», если я не ошибаюсь, были, у них впереди уже там эти самые сформированные номера, что-то такое. То есть получается, что мы
при том, что это никак не в ущерб редактуре и подготовке, что мы это делаем просто часто быстрее. Но, тем не менее, этот, наши контакты очень живые. Допустим, Владимир Шаров, он почти всегда публикует «Знамени», там Михаил Шишкин, ну, правда, он ничего до этого, в смысле сейчас, в последнее время, ничего нового нет, но тоже. То есть это как получится. Понятно. Это не то, чтобы там вот я хочу в издательстве, зачем мне журнал. Нет, иногда этому какие-то просто такие обстоятельства. Но что касается критики, я бы хотела сказать, Алексей, может быть, немножко даже поспорить, что вы упускаете такой момент, но с толстыми журналами да, то, что почти нет газет, да, мы решили. Очень популярна «Медуза», там, где пишет, отписывает про новинки Галина Юзефович. И насколько она популярна, мы поняли, когда мы издали ее книгу. Это надо быть Галиной Юзефович. Все-таки мне хочется сказать, что это совсем нет, штучное явление. Нет, можно я договорю, да, что штучное или не штучное. А это действительно, скорее сейчас это, может быть, называется не литературный критик, а литературный обозреватель скорее. Да? И это сейчас, наверное, более востребовано, чем вот наша такая вот серьезная литературная критика. Условно говоря, такая, ну, толстожурнальная критика, это вот прекрасная критика, историк Сергей Беляков пишет такую критику в своем «Урале». Это все можно прочитать потом. Но для нас, для издателей, очень важна вот эта вот легкая кавалерия, чтобы на книжку откликнулись быстро. И тогда это афиша, и тогда это «Медуза», афиши сейчас уже нет, там «Кольта.ру», там или что-нибудь в этом духе, там вот, кстати, Ломыкина, которая работает в «Форбсе», получается, что вот те самые условно-гламурные журналы, которые мы привыкли каким-то образом, так сказать, считать, что это что-то нам чужое, они иногда даже гораздо мобильнее. Как обозреватели, я говорю, что это немножко другая профессия. Но книга Галины Юзефович, она, где она собрала свои рецензии за последние вот несколько лет, ну, назовем это так, рецензии, обзоры, она великолепно продалась. Ее вообще в магазинах воспринимают как некое такое руководство к действию. Вот. И с ее книги мы начали серию «Культурные разговоры», и мы будем печатать, вот как бы внося свою лепту в отсутствие критики, мы будем печатать вот такие прямые разговоры. Мы там уже издали книгу Александра Гарреса, это не вполне литературная, но тем не менее. Вот. Так что вот так. Ну, это вот. Очень здорово. Ну, Данилкина, да. Кстати, у него была хорошая книжка, по-моему, «Путеводитель». Данилкина хорошая книга. Валерии Пустовой вышла интересная книга. То есть издатели, опять же, простите, берут на себя вот какие-то вот берут. Эти может двигательные быть, я ошибаюсь. Функции. Может быть, я ошибаюсь. Да. Да. Но все-таки мне кажется, что вот... ну, труднее вот к критику добиться того, чтобы издательство выпустило его книгу. Труднее. Надо сначала сделать себе имя. Надо сначала... Ну, вот, нет, ну это правильно. Ну, это правильно. Ну, вот прозаик, он может и без имени ворваться, а критик без имени не ворвется. Ну, для этого тут нужно собрать некий бэкграунд, ну, вот, такой, то, что трудиться называется. Надо, потому трудиться. Что, чтобы такую книгу купили, нужно, чтобы к этому мнению конечно. Уже прислушивались. А у той же Юзефович на «Медузе» там огромное количество этих самых, как это совершенно называется, совершенно верно. Приходов. Важна интернет-аудитория. Да, как говорят, да, сегодня, да. Трафик. Вот трафик вот этот определяет да. уже... И востребованность, да. и читательский спрос. Так что все не очень хорошо, но и не так плохо, скажем так.